ансамбль проделал, ну, не такой уж, конечно, далекий, но и не такой близкий путь из Балтимора. Наши стариннейшие друзья, которые начинали с нами еще фестивали «Мозаика» на Пенслендинге, кто помнит, ансамбль фольклорного танца «Калинка» под руководством потрясающего педагога, истинного, в хорошем слове, фанатика своего дела Екатерины Денисовой. «Калинка», вы готовы? Начинаем! Встречайте!